Всем привет, ребят! Вы на канале Маргулит Channel. Мы сегодня продолжаем проходить Silent Hill 2. Собственно, выудили ключ из этого слюнного отверстия. Он с ухом каким-то, что ли? Лифт крыла стационара. Написано на ярлыке. Нашел застрявшим в слюной трубе. Ну, пойдем. Ключ от лифта надыбали. Пошли, собственно, развлекаться дальше. И надо вспомнить, где у нас лифт. Судорожно. Все, открыл, ну, все правильно. Наверное, я думаю, надо в подвал ехать. Подвала нет. Может быть, как и в первой части, будет такая же фишка, типа спускаешься там, ну, поднимаешься на третий этаж, хлоп, у тебя уже четвертый нарисовался. Не знаю. Что-то звуки зловещие. Я же здесь был уже. Или нет? Посмотрим. Ага, не был я тут. А, я был тут, но только с другой стороны. Ну, точно. Я понял. Так, тут лифт. У нас получается раз, два. Ну, просто по прямой, короче, двигать. Мне бы только повернуться. Не видно ни хрена. Где-то здесь еще босс будет. Надо будет к этому готовиться. Патрону дробашу. Да. Где-то здесь будет босс. Прямо рядышком. Не зря патроны дают. Патроны к пистолету. Окей, это был. Блин, надо сохранение, наверное, до Китая стопудово. Ладно. Ой, в эту сторону я шел. Бля, нашлось тут с палкой. Девчонка. Здрасте. Ничего смешного. Девка сидит, развлекается, ха-ха. Тут мосов полно. Лора? Как хочет. Лора? Huh? Oh. You know my name? Ты знаешь мое имя? Эдди told me. Эдди сказал мне. Этот большой толстый трепач. How do you know about Откуда Mary? Ты знаешь Мэри? What's the big deal? А в чем дело? Почему ты не можешь просто сказать мне? Ты собираешься кричать на меня? Нет, не буду. Ну давай тоже. Ближе, деточка. Я была подругой Мэри. Мы познакомились в больнице, в госпитале. Ну, это было в прошлом году. Ты врешь. Лора. Ну и ладно, не верь мне. Но в прошлом году Мэри была уже, ну, видимо, мертва. Он это хотел сказать. I'm sorry, Laura. Прости, Лора. Anyway, ладно, пошли. Let's go. Че она? Таблетки? Мы поговорим об этом позже. Это не место для ребенка. There are all sorts of strange things. Тут творятся странные вещи. Я не могу поверить, что на тебе нет ни царапины. Why should I? А почему должны быть? Короче, девка даже не втыкает то, что тут есть какие-то опасности. Для нее нет опасности. Стой, я кое-что должна сделать. Тоже хорошо, но это очень важно. Что же это? Письмо от Мэри, а? Я могу забрать его, ладно? Да, да. Вот. Я вспомнил, как тут дела обстоят. По крайней мере, на ближайшие минут 5. Come on, hurry up. Тут сейчас будет босс. Оно там. Девка наеживает то, что
Там письмо от жены. Сейчас она дверь закроет. И тут будет босс. Сучка мелкая. What are you doing, Laura? It's further back in the desk. Что, надо сразу же переключаться на дробаш. Laura. И валить босса дробовика. What are you doing? Я обманула тебя. Открой дверь, Лора. Чего бы это? Я видел Гуни, так? Хочешь, чтобы я открыла? А? Хочешь? Помогите! Хулиганы зрения лишают. А он тю-тю-тю-тю-тю до центра. Лора? Хорошо, наверное, я не буду открывать ее. Думаю, я просто оставлю тебя вот так. Ты маленькая цыплячка, открывай. Ты? Ты? Лора? Ты засранец. Ну давай. Так, все, окей, ты был. Берем дробаш. Эй, я еще отойти не успел. Отпусти ты меня. Ай-яй-яй. Блин, он поймал. Не знаю, сколько у меня жизни. Да, это почти фиаско. Хорош. Да все. Так, еще третий будет. Он ползет. Эй-эй-эй. Ты патрон, блядь. Почему он не выстрелил до меня? Вот, с камень. Ну, одна аптечка, в принципе, это немного. Джеймс говорит. Джеймс. Ну, и тут начинается, собственно, альтернативный мир. Ага. Две аптечки я использовал. Много. Это много. Берем пистолет, потому что сейчас уже, наверное, с палкой будет вообще не камильфо. Патроны там вроде какие-то собраны. Сохранение и, собственно, альтернативный мир. Первого этажа, если я не ошибаюсь, да? Первый же этот, ну да, первый этаж. Нормально, в принципе, по дробовику особо не просел в патронах. Так что, ничего страшного, я думаю. Дан-дан-дан-дан. Ну, давай, вот. Да, лучше сюда. А, час не было сохранений. Так, вот это дверями отмечается вообще. Да, это и есть дверь. Хотя просто как полотно. Я отсюда пришел, да, получается? Надо сориентироваться просто, где я был, где я был. Так, выход на лестницу. Я бы сразу дернем его. Так, ну лифт, по-моему, работает.
Если я не ошибаюсь. Да, проверим. Проверим, наверное, все-таки, да? На всякий случай. Просто быть в курсе. И, по-моему, нет, у этого лифта все равно три кнопки, то есть три этажа. Эй. Надо выходить отсюда. Да. Ну погнали, погнали, чё, все, обходи. Слово. Открыто. Быстрей. Отлично. Ну я думаю, сейчас со временем-то и по птичкам мы остановимся. И звук от бьющегося стекла был не просто так. Тут, наверное, ни хрена нету. Возможно, на месте... На месте, где лежала тёлка, возможно, там что-то еще есть. Что-то такое вот я припоминаю. Что там что-то имеется. Может, загадка какая. Так, надо вот сюда. Подожди. Путаюсь. Блядь. Нет. Как-то все одновременно стало одинаково. Да. По идее, он должен потом в коридор вообще выйти. Ну и хоть добить получается более-менее. Патронов к пистолету. Хорошо, хорошо. На каждую сестру по три патрона, ну, как вариант, в принципе, не очень, ни много и ни мало, как бы. Так, тут все. Да, реструм надо, короче. Да, бля, все надо идти. Секунду. Что ж тут говорить-то? Так какая из них реструм? Угу. Понятно. Закрыт. Тоже закрыт. Уходим. Нет, смотри-ка, коридор не пускает. Ну, тогда это надо обходить. Это надо через элеватор. Через, ну, собственно, лифт. Двигать на второй этаж. Смать их хрена. Чуть пробежался, уже выдыхает. Все, первый этаж пройден. Пошли на второй. Та-дам! Я не вижу, кто. Чё на неё 4 патрона ушло? Аж 5. Я даже 5 выпустил. Никакой экономии с этими медсестрами. Вот вообще никакой. Давай, наверное, сначала... Блин, в какую сторону бы сходить? Сразу же открылось. Первое. Ребята. Быстрее. Бля, покоцали, конечно.
покоцали меня тети. Ну, тоже знал-то, то, что они именно тут находятся. Дробашу надо патрон. Надо было с дробовика их валить. Если бы четко быть в курсе, какого тебе, ну, в какой комнате тебе прилетит подобное скопление тетек, было бы просто отлично. Ты же не знаешь. Сюрприз, малфака. Попробуй пистолет. Вот это дело хорошее. Дробашом, конечно, хотелось бы пользоваться почаще, но это же не получится. На кровати лежит клочок бумаги. Я был заперт в каком-то подвале. Подвала. Тут так тесно и темно, и я так боюсь. Я уронил там свое любимое кольцо. Но я никогда не вернусь туда. Так, в подвале подвала. Тут так тесно и темно. Туда... Кольцо уронил, короче. Я понял. В подвале подвала надо искать кольцо. Я взял батарейку. Ключ от подвального склада. Пока я подвал еще не видел вообще, в принципе. Есть только первые этажи. В подвал, наверное, надо будет спускаться по лестничной клетке. Никак иначе. Потому что на элеваторе кнопок пока не добавляется. Элеватор, блядь. Ну, на лифте, короче говоря. Кстати, вот. Ключ, наверное. А нет. Нет. Все закрыто. Куда не сунься. Знаешь, так немного, по-моему, спокойнее, то, что ты как бы идешь, и у тебя, ну, это закрыто, это сюда не пускает. Ну, окей, как бы похер. Идем дальше. Реструм. Ну давай еще раз в реструм. Примерно же на протяжении всего, ну, всей длины как бы помещений везде одинаковые эти. Это код? Там же код какой-то. Нет? Коду нет. Или да. Одинаковое строение комнат. Так, вот что-то замес какой-то с этим холодильником, я помню, кстати сказать. Как-то его надо открывать. То ли кусачками, то ли еще что-то еще. Давай. Что-то похоже на холодильник. Откроешь? Да нет, ну да. А не получится открыть. С ним надо что-то делать. Это бесполезно. Дверь слишком тяжелая, чтобы я смог открыть ее. Точно сейчас не припомню. То ли его сбросить надо откуда-то, то ли подковырнуть ломиком. То ли, ну, как-то вот так. Как-то так. Так, ну загадочку тут отметили, да, я смотрю. А давай попробуем вот в эту, да. Ну, нам в тут нижнюю дверь попробовать надо выйти. Потому что я никак иначе не попаду больше. Ту часть крыла. Где-то здесь дверь? Да, здесь. Причем я на нее прям смотрю. Но ее тут нет. Здесь как бы есть дверь, но ее как бы нет. То есть мне туда не пройти. Отлично. Так. Чё, на лифт. Куда еще? Больше ни хрена. Нигде не попадешь. Да. Ну, пойдем. Это был второй этаж. Я полетим на третий. Дзинь.
Хоть это же не добавляется, нет такого облома, но может быть и не будут дальше. Вот тут же нападают, ты смотри какие суки. Так, она не одна. Вот вторая. Все равно большим секретом для меня остается то, что он не забирает у них никак вот эти трубки. Подумаешь, я просрал то место, где нужно было ее взять, но... И у меня, по-моему, датски одна палка. Ну что поделать? Если я, блядь, не помню, где их брать. Так, замок, слово. Замок. Ну, сломан. Дальше. Сломан. Открыт. Амбула. Патроны к пистолету. Слушай, а не здесь летелка валялась наша? Так. Надеюсь, я не использовал лишний раз. Нет, по-моему, она в S3, что ли, лежала. По-моему, да. Читаем записку. Что валяется? А, она ангел, о котором никто не знает, только я могу видеть госпожу двери. Они не могут пройти через ее мост нити. Они падут под тяжестью своих грехов. Подобно жирным и уродливым трупам, и грехи она поглотит, и грехи, и грешников одинаково. Она спасет меня, она ангел. Угу. Ну, это фишка. Здесь пишется про дверь. Про вот эту вот. Тетя, блять. Ну что тут ходите? Так я все двери исследовал. Нет, одну пропустил. Вот тянайте. Все. А про ангел и так далее. Вот здесь вот пропишется про вот эту дверь. Какая-то заперта. Не знаю, пока как ее открывать, не помню. По-моему, то ли ключ какой-то нужен, то ли что-то еще. Уже, ну это же Silent Hill, тут может быть вместо ключа, блин, какая-нибудь рука манекена, не знаю. Так, S5, надо туда, Халку надо туда. Нет. Тоже. Ну, это. Надо же, открыт. Тут стоят пустые бутылочки из-под лекарств. Об этом говорила Мария. Мария, ты тоже... Мария тоже больна? Что такое? Такой звук у меня... Как будто это Мария, блин, в кого-то превратилась. Давай. Вы задолбали появляться? Как долго мне их уничтожать? С каждым заходом в комнату, что ли? Короче, Маруся слилась, оставив после себя кучу бутылочек. И все. В принципе, больше ничего не, никак не изменилось. Сейчас посмотрим. Да, опять раструм, короче. Он таком вот этим красным отметилась. Она просто закрыта. Ладно, мы пока, короче, медсестру убивать не пойдем. Попробуем двинуть... Просто вот ком. Подожди. Ага. Так как тут дверей просто не существует. Тихо, тети. Тети. Оп, придавил гусенка. Там еще одна гуляет. Так,
Ну, блин, пока есть возможность, лучше сохраниться. Но все равно придется обходить весь этаж, естественно. Все осматривать на предмет предмета. Надо запомнить, короче, не сохранение. Это полезная вещь. Так, а тетя у нас где? Ага. Я упускаю лишний патрон. Периодически. Это плохо. Закрыто. Так. Угу. Store room. Элеватор. И там еще парочка. Ну ладно. Открыто. Надо же. По-моему, ничего полезного нет. Нет, по-моему, тут что-то есть. Должно быть. Да-да-да. Память не изменяет. Аптечка. Патроны к пистолету. Отлично. Дробашок. Блин, скоро надо будет, наверное, доставать Валеру. Миниган свой. И идти валить всяких уродов. Да, вот о чем я и говорил, то что надо более чуть-чуть стрелять, как бы, чтобы экономить хорошо. Нажимаю на кнопки, липнет, не лифт, не пашет. Ладно. Блять. Поправил, ну, нажал, чтобы камера поправилась, она просто вокруг меня, блин, прокрутилась, все, до свидули. Камера сделала ручкой. Так, ну тут я, по-моему, получается, все, да, обошел? Обошел. Спускаясь по лестнице, где сохранение, я могу попадать в те участки второго и первого этажа, куда мне не позволяли пройти. Да, деточка, да. Так, а там у нас... Тут все, в принципе, да? Взять тут больше ничего. Как вариант, можно еще вообще даже на четвертый этаж сходить. Я бы вот здесь вот сохранился. Тут же не надо там собирать пленки, как в резьбе, которые ограничены количеством. Чем бегали, сохраняйся, правильно. Чтобы по 300 раз все это дело не перебегать. Это у нас четвертый этаж. Выход на крышу. Правильно? Roof. The roof. The roof. Ну ладно, ладно, пойдем вниз. Здесь я был. Идем на второй этаж. По-моему, тут вообще, да? Как будто... Ну ладно. Дверь-то есть, но она, естественно, закрыта. Но мне проще, что. Мне меньше бежать. Шли на первый. Тоже закрыто. Значит, подвал. Посмотрим, что там. О чем там чувак говорил. Ладно. Мерзко, чувак. Кто-то пиздит-то. Какие-то жуки, наверное. И он тут же начинает смотреть куда-то, зырит прям. Патроны? Патроны. К дробовику. Патроны насыпает до хрена. Это шкаф. На его боку красные отпечатки пальцев. Сдвинешь шкаф? Ну да, естественно. Полезем в дырку. Джеймс! О, нарисовалась. Oh, Джеймс, Мэри. А, Мария, это ты? It's я думал, you. Что ты. I thought you were... Sorry. Не признал. Прости. Anyway, все равно, я рад, что ты жива. Anyway, what do you mean? Все равно, anyway? Что значит все равно? Ты не очень-то рад меня видеть.
killed back there. Меня там чуть не убили. Why didn't you try to save me? Почему ты даже не пытался спасти меня? Все, что тебя заводит, это твоя мертвая жена. Я в жизни так и не боялась. Тебе нет дела до меня, ведь так? Ведь так. Нет, просто останься со мной. Больше не бросай меня одну. Должен заботиться обо мне. Ну, он ей ничего не должен. Так, так что насчет Лоры? Ты нашел ее? Да, но она убежала. Мы должны найти ее. Кажется, ты действительно беспокоишься за нее. Ты ее знаешь? Я никогда ее не встречал. Но мне ее так жаль. Она совсем одна. И почему-то я чувствую, что должна защитить ее. Теперь тетя ходит с нами. Про это кольцо говорили, да? Медное кольцо. Ну, в принципе, тут все, да? Да все. Он бы сейчас зырил куда-нибудь. Короче, тетя теперь ходит с нами, и у нас добавилась обуза, короче, в виде женщины. Теперь... Надо ее защищать. Сдохнет баба, конец игры. Кто пищит тут постоянно, противно, так как свинья. Да чего мерзко. Есть, конечно, резон подергать двери еще разок. Не факт, конечно, что это поможет, но почему бы нет? Мало ли, может быть, что-то изменилось уже. Но нам двигать, короче, вот там, где бабища была нарисована на стенке. Блин, я бы сохранился. Давай вернемся, сохранимся. Пригодится же, правильно? 2 минуты прошло. Недолго. Ну ладно. Надо сообразить. Так, там ничего у нас. Надо возвращаться к лифту. Аккуратненько, не деформируясь. Так, ты, сучка, задела. Бля. Еще и патрон лифт не просрал. Твою же мать. Кстати, она сильно долбанула. Так. Так, посмотреть. Нашел в подвале больницы. На нем выгравирован паук. Гравирован. Вот тут тетки всякие нарисованы. Здесь руки. Давай попробуем использовать здесь кольцо. Та-да. Я надел медное кольцо на руку нарисованной женщины. И чего? Открыться должно, по идее, дверь. Нет, надо еще что-то одеть. То ли хер ей вложить. Я не знаю. На двери нарисована женщина. Как ни странно, часть руки на картине объемная и торчит наружу. Значит, какие-то еще кольца надо делать. Я думал, одного достаточно. По инвентарю. Ну, батарейку. По-моему, явно не сюда. Можете палку присандалить. Да не, это все фигня. Надо возвращаться. Только я что-то даже предположить. Куда можно вернуться, чтобы посмотреть что-нибудь еще?
Давай вернемся в лифт. Бам-бам-бам. Куда поедем-то, красотка? На первый этаж. Кстати, может быть, есть резон тот холодильник дернуть? Ну, мы идем по сюжету. Привет всем! Спасибо, что настроились на нашу волну. Добро пожаловать на следующий захватывающий выпуск «Награда или кара». Говорят, типа, если вы правильно ответите на наш вопрос, вы получите приз. Ты что там уставилась? Дурная, что ли? Нет. Не сюда, по-моему. Попробовать вернуться. Вот, вот это. Что-то открывается. Да не, наверное, тут ничего. Сад он и что? Ну, пустой сад. Он только на бабу пялит и все. Закрыто. Может быть, и вправду она мне поможет холодильник этот двинуть. Правда, чем черт не шутит? Что-то в появлении этой женщины есть такое зловещее, потому что она, блин, просто нарисовывается, она телепортируется, точнее. Китчен. Китчен. Блин, а... Я уже забыл, где я попадал. Подвал, с какой стороны. Придется побегать. Тёлка протуется, как хочет вообще. Это, наверное, ее способность супергеройская. Все, я понял. Нет. Все, погнали на второй этаж. Может, со второго этажа можно как-то пробраться. Но мне кажется, что-то вот прям сдается мне то, что надо к холодильнику нам вдвоем идти. Она типа поможет его открыть. В холодильнике что-то есть. Так. Да, вот тут. Вот тут эта штука. Погнали прям по прямой. Через весь коридор. Ну хорошо то, что эти сволочи не оживают. Было бы геморройно их сейчас расстреливать, еще с бабищей наперевес. Как-то она мне сокращает свободу действий. Ну-ка, тетка, подсоби. You can't open it. Не можешь его открыть? Yeah. Да. Maria, Мария, ты не могла бы мне помочь? Come on. Да ладно. Ты считаешь man. Себя таким крутым парнем? Like как хрупкая девушка, он не меня может помочь. А там мороженка. Еще процесс. Что это? Не слишком ли привлекательно, да? Cute, is it? You're James. Ну вот, Джеймс, оставь себе. Thanks. Спасибо. Свинцовое кольцо. Так, есть медное. И свинцовое. В холодильнике больше ничего нет, из него исходит жуткий смрад. Кто-то в него напердел и запаковал туда кольцо. Так, ну ладно, пойдем. Пойдем, тетки, повесим на руку еще колечко. Это у нас получается третий этаж. И все, по-моему, даже переходить вроде никуда особо не надо. Должна какая-то комната открыться. Какая-то, ну, собственно, за которой тетка это и нарисована. Вот эта вот комната и должна открыться. Что еще?
Здрасте. Бла-бла-бла. Давай инвентарь. Вешаем ей медное кольцо. Кольцо из холодильника. На нем выгравлено отвратительное обрюзшее лицо. Я надел свинцовое кольцо на руку нарисованной женщины. Дверь открылась. Отлично. Просто замечательно. Пойдем. Хрена. Я не знал, что мы прямо тут окажемся. И зачем? На земле лежит блокнот. Его содержимое довольно трудно прочесть. Я взял ключ директора, ключ с мягким знаком, ключ директора, ключ от музея. Я спрятал его за молящейся женщиной во время дневной прогулки. Я взял его, а не украл. Я не вор. Да говорит о том, что, возможно, где-то что-то на улице находится. Во время дневной прогулки. Может быть, где-то здесь он этот ключ. Запросто вообще. Блять, не дай-то выйти. Да. Проход только один. И мне бы камеру повернуть. Ребятишечки. Ёпте мать. Пирамид Хэд. Напряженно. Крайне напряженно. Open up! James! James! No! No! Maria! Машка! Но мы еще ее встретимся. Не прощаемся с Марусей. Привет авторскому праву, да? Хотя нет, может быть. Может, не влияет, я не знаю. Ну, в принципе, она, по-моему, больше со мной ходить не будет. Трунь. Трунь. Доктор, где я? Может, карта есть? Ага. Первый этаж. Только с другой стороны. Ну давай, наверное, начнем с examining room. Правильно. Тут, наверное, вот на лестнице. Ну, я почти там. На этой комнате как будто не существует, по-моему. Ну нет, это я прям ее и я пытался открыть. Ладно. Пойдем. Подергаем, что видно. Правда, тут очень сильно двери сливаются.
Непонятно, где она есть, где ее нет. Визуально специально сделали, чтобы ты еще и в этом деле наебался. Сохранение, кстати сказать. Так, я тут все обошел? Нет, ну большинством. Давай мы сначала все обойдем. Кстати, в комнате директора. Там что-то говорилось про ключ. Возможно, мне сейчас придется вообще с больницы выходить. Мы типа найдем там ключ, и на этом фишка с больницей закончится. Возможно. Я не помню. Тоже не вся игра в больнице построена, правильно? Кстати, по-моему, альтернативный мир закончен. Да, вот и ключ. И объяснять, куда идти. Тот, кто недостаточно смел, чтобы выносить взгляд из бездны, или выносить, недостаточно смел, чтобы заглянуть в нее сам. Правду можно узнать, только двигаясь вперед. Следуй карте, там письмо и гаечный ключ. Гаечным ключом можно отбиваться. Так, Линдзей Стрит. Я понял. Отлично. Все доходчиво показали. Розуотер парк. Эй, а что так много сообщений, куда идти? Я скопирую это на свою карту. Я взял ключ от фойе больницы. Ну, это что будет вообще в целом? Девчушка. Если на улице темнота, то девка сейчас просто ночью где-то бегает, короче. И что они мне предлагают? Прямо вот в парк возвращаться? Здесь стоят книги о медицине. В городе и области лежат здесь. Ну, ничего интересного. Так, чисто пробежаться на всякий случай. Вдруг что полезно. Ну, мне кажется, нет. Все закрыто. Закупорено. Ну и все. Да, просто выходим, короче, отсюда. Ловить тут больше нечего. Надо куда-то или в парк, или куда-то еще. Ключ, фойе, бла-бла-бла. Мария мертва. Я не смог защитить ее. Снова. Я не смог ничем помочь. Лора куда-то убежала. Мэри, что? Что мне делать? Ты правда ждешь меня где-то? Или это просто твой способ забрать? Я собираюсь найти Мэри. Это все, на что я еще могу надеяться. Ну да. И это хорошо. Так, давай посмотрим. Это кружком-то, что это отмечено? А, Розуотер парк этот, короче, мне вот туда надо. Там где-то еще же, блин, было отмечено. Он не вот это вот стрит, Мансон стрит. Попробую туда сбегать. Давай попробуем. Да, я иду правильно. Сестры не очень поворотливые, так что можно пробегать. Нахрена на них лишние патроны тратить, правильно? Которых тут и так не очень-то много. Да, я не сюда.
Ага. Нет, надо пробовать по низу, по-моему, идти. Или через... Нет. Ну и там-то тоже тупик. Правильно. Тупик. Все, до свидули, пошли назад. И ходов тут никаких больше нету, и да и на и не будет. Хотя не мешало бы. Так, там патроны. Давай, давай, давай. Все. Немножко обманули тетек. По низу, значит, надо, да, обходить. Через Рэндалл Стрит на Мансон. Мунсон Стрит. Как-то так. Очень много тут этих женщин. Направо или налево? Да. Сюда. Тут могут же быть вполне какие-нибудь нычки. Хреново то, что патроны и подобная дичь, она не подсвечивается никак. Ты вот если заметишь, что тебе охерительно повезло. Так. Я туда вообще захожу, в дома. Ну, можно, конечно, так быстренько оглядеться. Может, что-то и лежит. Может быть, оружие в виде трубы просранное благополучно. Видимо, нет. Не, врагов тут, конечно, по дороге просто до хера. На каждого ориентироваться, у тебя тупо патронов не хватит. Хотя, может быть, по фану, знаешь, кто-нибудь бегает, стреляет. Нет, надо выше подниматься. Хотя... Можно и тут посмотреть. Может быть, что-то и лежит. Вполне. Ресурсы не лишние. Нет. Ничего полезного. О! Патроны, пистолет. Просто замечательно. Не зря все-таки бежал. Тут еще и два хила. Ну так в целом не бывало щедрости, я скажу. Хочешь тебе хилы, хочешь патроны для пистолет. Так, надо возвращаться. Сейчас вот здесь так быстренько тоже осмотреться. Кстати. Где ты тут оказался? Оу, май. Да. Вот куда мне надо. Там, где черная метка. А потом как-то обходить и Rosewater Park попадать. По-моему, тут чуваки будут хватать тебя за ноги. Большие такие и противные. Чуть было не было. Теперь здесь открыто. То есть начинается, если я не ошибаюсь, мешаться альтернативный мир с обычным.
если я не ошибаюсь. Так, двигаем сначала вперед. Потом поворачиваем. Тихо, он на что-то смотрит. Что-то есть. Патрон? Патрон. Ищу дробовику. Охеренно. Бежим дальше. Где-то тут? Нет, еще дальше. Стой. Сколько тут патронов? Прям по дороге только бегать. Опа. Отойдем в сторонку, чтобы не мешать. Пусть стоит себе. Я не мешаю ему. Он не мешает мне. Пробежал. Я вот только не помню. В Розвотер парк обязательно заходить или нет? Аптечка же. Аптечка. Ну то как бы знаешь, скриптом потом, ну, добежишь до вот этого черного, черной отметки этой. Те потом говорят, все, до свидули, Розвотер парк не успел. Или там уж побочка какая, хрен его знает. Так, надо направо, отсюда. Все, все, я ухожу. Ах, тетя, тетя. Бери. Аккуратненько сваливаем. Все, до свидули. Пусть все тусуются там. У нас другие планы на сегодня. Правильно хоть? Да, почти добежал. Ой. Пищит, трещит. Где-то тут. Где-то тут нужное мне. Может быть, сюда? Нет. Нет. Тоже нет. Подожди, а что имеется в виду? Что я там должен найти такого интересного? Тут птичку вижу. Ключ. Или может ты просто глупец? Правда обычно предает людей. Часть этой бездны в старом музее. Ключ к музею в парке. У ног молящейся женщины под землей в коробке. Ага. Чтобы открыть ее, нужен гаечный ключ. Мой пациент закопал ее там. Это я знал, но ничего не сделал. Не было ни по себе. Когда думал, что эта штука рядом, я не искал правду, я искал покой. Я видел это. Я убежал, но музей был запечатан. Теперь никто не осмеливается подходить к тому месту. Если ты не захотел остановиться, Джеймс, я буду молить Бога о спасении твоей души. Понятно. Записулька есть, гаечный ключ тоже имеется. Нам, собственно, сейчас нужно двигать в действительно в Розвотер парк, где мы найдем что-то там в могиле. Так, чисто пробежаться. Ну, тут, наверное, ни хрена нету. А теперь надо как-то надо попасть вот сюда. Надо смотреть, короче говоря, как мы пробежимся. Ну, на этом, наверное, серию мы будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем спасибо, удачи и пока.